Всем привет, ребята, с вами Андрей, и в этом видео мы будем снимать Resident Evil 4 2005 года. Извините, что не было долго роликов, потому что у меня были проблемы с компьютером. Вот, сейчас снимаю Resident Evil 4 2005 года, Resident Evil 4 ремейк я не буду снимать, потому что у меня не тянет, ребят. Так что Resident Evil 4 2005 года я точно пройду. Вот, новая игра, нажимаем. Тут два уровня у нас, среднее и легко. Получается, давайте нажмем среднее, ну как бы легко это вообще легко, а среднее это хотя бы половина среднего. Погнали. Four. год. Никогда его не забуду. Именно в этот год произошли жуткие убийства в горах. Вскоре весь мир узнал, что этот инцидент произошел в результате проведения секретных экспериментов над созданием вируса, проводимых международной фармацевтической компанией Umbrella. Вирус вырвался на свободу и обрушился на близлежащий к горам Raccoon City. С целью предотвращения дальнейшего распространения вируса, президент США издал указ изолировать город. Американское правительство перестало вкладывать деньги в разработки этой компании. В итоге цены на ее акции резко упали, и компании Umbrella пришел конец. Resident Evil 4. Ну, такая была, именно трейлер такой был. Вот. 6 лет прошло с тех пор. 6 лет спустя. Музыка прикольная такая. Я прошел специальную подготовку в секретной организации, работающей под прямым руководством президента. И на меня была возложена задача охранять семью президента. И почему постоянно кто-то вмешивается? Ты кто такой? Ну, говори. Ты так далек от своего дома, ковбой. Но ты мне нравишься. Это что, ваш местный обычай знакомства? В любом случае, вы и так знаете, в чем дело. Я ищу дочь президента. Дочь президента он ищет, ребят. Что, в одиночку? Давай, может быть, посидим у костра и поговорим? Мне нужна помощь. И кто знает, может быть, ты согласишься мне помочь? Ох уж эти ненормальные американцы. Uh-huh. Если это прямой приказ начальства. Но предупреждаю тебя, это не пикник. Ребята, я рассчитываю на вас. Он, короче, рассчитывает на них, чтобы именно спасти там. Ну, короче, Леон будет спасать. А вот именно это Леон. Ой, какой Леон. Что я говорю, я забыл, короче, будет президента дочь будет спасать. Почему мы остановились? Дело в том, что незадолго до похищения дочери президента меня назначили ее охранником. Именно потому я и нахожусь сейчас здесь, в одиночестве. Согласно данным разведки, есть достоверная информация о местонахождении девушки, очень похожей на дочь президента. Судя по всему, ее удерживает какая-то группа людей. Кто бы мог подумать, что моей первой задачей станет освободительная миссия? Опа, тут сейчас в кустах. Черт, как холодно. Я уже замерз. Наверное, показалось. Угу, показалось. Извини, что задержался. Да, задержался он. Отлить. Едем спасать президента дочь. Дальше деревня. Пойду осмотрюсь. Я тогда останусь присматривать за машиной. Не хочу, чтобы мне выписали штраф за парковку. Правильно. Штраф за парковку. Удачи. Удачи, удачи. Погнали. Ух ты. А это что за парни?
Ты что-то сказал? Так. Леон, вы меня слышите? Я Ингрид Крангенек, я буду помогать вам. Хорошо, я думал, вы будете немного старше. Похищенную девушку зовут Эшли Грэхэм, да. Она дочь президента, я надеюсь, вы справитесь. Кто бы они были, эти люди, они пожалели, что похитили ее. Я попытаюсь раздобыть о них какую-нибудь информацию. Хорошо, поговорим позже, конец связи. А вот, очнулись около деревни. Эти вообще тут сидят. Погнали, получается, вперед. Не туда, ковбой. В смысле не туда? А, туда, все понял. Короче, надо идти туда, получается, вперед, если он мне сказал не туда идти. Летают тут птицы. Так, кто-то в доме есть. Погнали. Аккуратно нужно быть. Прошу прощения, сэр. Вы не знаете эту девочку на фотографии? Sorry, извините за беспокойство. Что-то не сказал, каком-то на языке, не знаю. Ну все, началось. Погнали. Не с места. Я сказал, не с места. Все, погнали, ребят. Началось. Так, аккуратненько, аккуратненько. Так. Давай-давай, иди сюда. Вот почему я сейчас такой косой был? Ну все, он умер, получается. Все в порядке? На меня напал местный житель. Мне пришлось убить его. По-моему, их еще здесь очень много. Выбирайтесь оттуда поскорее и идите в деревню. Сделайте все для спасения объекта. Понятно. Так. Так, что мне нужно делать? Наверх, получается, давайте сначала пойдем. О, патрончики. Так, взять. Призарядочку. Что там было написано? Он не похож на зомби. Погнали выходить. Не получается. Наверное, кто-то держит ее с другой стороны. Все ясно. Через окно может быть какой-нибудь. Выпрыгнуть. Тихо-тихо-тихо. Опа, хорошая фирменная. А, они все что ли, умерли? Хрена себе с первого раза так быстро. Ну, я первый раз, ребята, играю в эту игру. Да, за них ничего мне не дали. Опа, ящик какой-то лежит. Не, ничего в нем не лежит. Погнали дальше, хпшки у меня мало, меньше половины. Идем в деревню. Сказали спасти опять президента и дочь, еще раз повторяю. Патрончики возьмем. Проверить деревянный ящик, его можно разбить. Ясно. Травка этого очень хорошо. Патрончики тоже нормально. Так, ближе подойдем. Писеты какие-то. 1000 писет в вашем дипломате. Так, у нас сохранение.
Да, запись. Где сохранение, пожалуйста, подождите. Запись завершена. Погнали дальше, ребят, проходить. ХП, вот, стоп, травка. Давайте, ладно. Нет, хотя, ребят, не будем еще использовать траву. Вот, лучше еще подержим. Опа, щенок какой-то. Помочь. Понятно, короче. Погнали дальше. Стрелка показывает туда эти, ребят. Опа, мина. Да, хорошо, я близко подошел. Так, сразу используем спрей. Используем спрей. Так, погнали дальше. Вот они еще, мина. Аккуратно подальше. Вот, все, теперь можно пройти. Так, кто это? Кричит-то. Короче, ребят, понял. Мантит еще жестко, ёп, еще капкан. Так, все, убили, получается. Патроны взять. Зарядка, погнали дальше. Стрелка показывает туда, пойдемте туда, так, наверх. Пока ничего такого нет, там не прям много зомби. Но не зомби, а просто люди. Вот еще какой-то домик. О, травка нормально. Деревянный ящик, все ясно. Держи. О, 1050 опять. И патрончики, получается. Погнали. Дальше. Еще кто-то орет. Так, все нормально. Так. Да, за них мне ничего не дали. Ясно, погнали дальше по мосту. Опять кто-то рерит. Опять орёт кто-то. А, вон я их вижу. Да, побежали туда. Там кто-то в доме. Да-да-да, в доме кто-то. Аккуратно. Так. Ну все, это вообще легко. Они пока что легкие. 950. Так, патроны. Ничего нету пока что в ящиках. Ну ладно. Перезарядочку делаем. Что у нас там? Две травы. Давайте их соединим, я думаю. Так, вот такая у нас одна травка получилась. Погнали. Пистолет, патрон еще много. Вот. Открыть. Погнали дальше. Леон, как дела? Лучше не спрашивайте. Простите, я вам высылаю руководство. Надеюсь, она поможет. Спасибо. Руководство по игре. Здесь отображаются строки управления по умолчанию. Пожалуйста, обращайте внимание на функции клавиш R. Нажимайте R, удерживая для перезарядки оружия. Это все ясно. Так, погнали дальше проходить. Я пока не буду, ребят, это использовать хпшку, так посмотреть. А, увеличить. Хрена сколько там зомби, ребят, видите? Раз, два, три, четыре. Четыре человека, и они подожгли этого полицейского, который ехал со мной в машине. Так, все, погнали, короче, надо сейчас по-быстрому обойти аккуратненько, пока они не видят. Вот проход тут. Аккуратненько сейчас идем. Да, меня заметили вообще офигенно. Так, сейчас попробуем бабку убить. Блин, алё, что сейчас было-то? А почему её нельзя ударить-то? А вот теперь можно. А где они идут? Так. О, красная трава, офигенно. Так, погнали дальше.
А, он еще живой? Нормально, нормально. Все нормально. Ребят, держимся. Опа, сверху кто-то ходит, понятно. Сейчас. В окне еще есть, я вижу, вот. А, они там ломятся. Так, опа. Прикольно упал, ребят. Давайте идите сюда. И сейчас... Ой, вот это просто вот как ульта, ребят. О, нормально. Блин, а... Еще больше стало. Давайте сейчас обойдем их, короче. Они еще и кидаются топорами. 750 в вашем дипломате. О, зеленая трава, да, спасибо. Мантил сейчас только что. Нормально. Так, патроны взять. У него, наверное, что-то останется, нет? Нет, ничего не осталось. Идем, получается, давайте сюда, направо. В доме у нас что-то, у нас тут ящик. Ничего у него не лежит, так. Опять кто-то топором кидается. Сейчас идем сюда вперед, ребята, обходим их. А, вот он, вот. Вот почему у меня сейчас в этот момент, ребят, была сейчас перезарядка просто. Нормально, ребят. Отходим, там спереди еще был чел. Иди сюда. Так, давай, давай, давай. О, прям вообще нормально. Все сверху бросается. Так. Еще, блин. Стоп, назад, назад, назад. Хилку пока не буду. А хотя... Блин, еще кидается. Мне надо хилку, ребята, использовать. Хилку быстро прям. А... Объединяем. Сначала используем эту. Все нормально. Погнали дальше. Поворачиваем. Так, спереди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Где-то так. Примерно. Блин, там еще что-то лежало, я видел. Нормально. Они еще и топорами кидаются. Это очень... Кто это кинул? Так, я понял. Сейчас лежит вон, видите, что-то. А, яйцо. Яйцо, я помню, как помогает ХПшке. А, все. Господин Садлер. Господин Садлер, он сказал. Ну все, получается, они нас уже больше не будут трогать. Куда это все идут? Бинго? Спрашивают, куда они все идут, ли он спрашивает. Ну не знаю, ребят, куда они куда-то пошли. Resident Evil. Прикольная игра, ребят, мне нравится вообще проходить. У меня плохие новости, я нашел труп полицейского. С людьми в этой деревне что-то случилось. Леон, выбирайтесь оттуда. Найдите колокольню и обойдите ее слева по дороге. Хорошо. Так, патроны переезжаем. У меня хпшки хотя бы нормально зеленая. Корова тут. Так, короче. Давайте сейчас обыщем тут все. Ну, чтобы нам все тут найти. Так, тут у нас вообще... Остатках еды копают, копошатся, копашатся насекомые. Патроны взять. Патронов у меня еще вообще дофига еще. Так, давайте проверим. Вот, 1150, 1050, нормально. Погнали наверх, посмотрим, что там еще есть. Опа. О, ружье, ребят. Так, взять предмет, ну-ка. Вот он у нас режет, сразу 6 патронов. Я не буду его, ребят, сразу брать. А, вот. А гранатку нам дают еще гранатки, нормально.
О, патрон для ружья. Проверить. Кровать очень грязная. Кажется, здесь очень давно никто не спал. Но поэтому и видно, почему она грязная. Так, спускаемся вниз. Идем еще что-нибудь сейчас обыщем. Вот. Проверить тут. Проверить бочкой. Ее можно разбить. Вижу. Трава. Подобрать. А, толкнуть зачем-то. Открыть. Так, открылось. Патроны для брюка, нормально. Бочка. Еще травка, это вообще прекрасно. Так. А, очень грязно открывать, да все ясно. Дальше. Подбираем 1000 песет. Погнали дальше, что там у нас. Не, ну игрушка. Вот сверху видите, что-то блестит. Нам туда подняться сейчас, по-быстренькому. Так, там я уже все обыскал. Идем, получается, вот сюда. Как же туда можно добраться-то? Вот там я еще не был, надо тут все еще обыскать. Так, тоже патроны. Проверить. А, вода в чайнике пахнет отвратительно, на освежающий напиток. Нет, не похоже. Так, вроде все обыскал, тут все, больше ничего нет. Давайте, короче, что нам сейчас задача? Так, тут у меня... Давайте съедим траву сейчас по-быстрому. Так. Это ясно. А, как это сделать-то? Проверить, все ясно. Короче, на карте что у нас показано? Нет, карта мне нужна. С, это получается сохранение. Мне нужно идти сейчас. Давайте. Сзади еще что-то надо обыскать. Это получается. Мы должны туда сейчас пойти, обыщем там все, что есть. Так, правильно я путаю тап. Все правильно, я иду, ребят. Так, граната. Это световая граната, ребят. Не, кажется, она закрыта с другой стороны. Все ясно. Короче, погнали. Погнали на дальше, на эту дверку, куда нам получается по карте. Нам нужно идти на сохранение. Погнали в эту, вроде в эту дверку нужно пойти. Давайте сначала туда поднимемся. Так. Патроны для дробовика нормально. Да, даже не умер. Дверь закрыта, на ней есть какой-то символ. Идем, получается. Я вижу, куда идти. Все, погнали. Погнали. Так, тут вообще ничего не лежит у нас. Из этих... Так, патроны я вижу вот для пистолета. В эту дверку нам сказали, типа красной точки видно все. Открыть. Так, это что у нас висит? 1 из 15. Значит, тут... О, сохранение тут есть. Перепрыгнуть. Яйцо, нормально. Так, все, убили первого. Сзади, слева, так.
Так, первого убили, второго убили, то есть. С него ничего не подбирается, так. 1050. 1050. Вар... Блин, почему он... Так, сейчас вот так вот делаем. Бегаем и вот так вот просто. Так, вот, раз убили. Открыть. 1050. Нормально. Не попал. Нормально. Проверить деревянный ящик. Это ясно. 1050, 850 дали. Ну, поменьше, конечно, но лучше бы 1000. А, шпинель в вашем дипломате. Так, прикольно. Так, давайте еще пойдем наверх, обыщем, ребят. Наверх. Опа. А, патроны взять для пистолета. У меня сколько там уже патронов? Нормальные хилки, хилки. Так, гранаты, гранаты. Backspace. Стоп. А как можно под... Так, нет, ребят, сейчас, секундочку. Короче, ребят, вот, продолжаем. Я разобрался там... Так, а зачем ты... Так, лестницу толкнул. Что мне нужно, получается, по карте? По карте, по карте. Как мне нужно, короче, давайте сначала в этой точке все обследуем, а потом уже пойдем подлечиться, не знаю, пока не надо, лучше. Так, давайте сойдем сюда. Проверить. 1250, нормально, блин. Опа. Раз, два, раз, раз. Не, даже так, ребят, вот с помощью этого способа даже, ребят, можно экономить патроны. Я скажу, это нормально так. Еще яйцо. Еще яйцо. Так. Пока ничего такого не вижу. Проверить. Здесь ничего нет, кроме... Понятно. Здесь ничего нет. А, вижу еще один. Жетончик. Блин. Ну-ка, давайте назад отойдем лучше. Так, второй из 15, нормально. Так, второй из 15. Призарядимся, давайте до десятки. Тут мы все обыскали. Так, перепрыгнуть, погнали. Толкнуть. Я толкнуть не могу, ребят. Толкнуть не могу. Мне не хватает сил, ребят. Толкнуть. Это вообще куда я попал, получается? Это у нас нет вообще, по идее. Что там у нас дальше идет? Тут дальше ясно. А сюда нам нужно, да? А как туда попасть? Только есть... не посещал. Хорошо. Хорошо. Короче, давайте сначала назад. Сейчас по-быстренькому назад. Хилк у меня нормально, пока использовать не буду. Хотя давайте используем. Да, лучше используем. Так, давайте сейчас переместим вот сюда. Вот так будет получше, чтобы не мешалось. Давайте, что мы будем? Так, давайте тут все исследуем. Сейчас еще походим. Вон еще лежит. Яйцо, да, вижу. Это какое яйцо? Какое яйцо это? Золотое яйцо, ребят. Золотое яйцо. Взять. О, синих медальонах. 15 синих медальонов, 7 на ферме, 8 на кладбище. А тот, кто собьет 10 или больше медальонов, получит награду. Далее текст описан неразборчиво.
все ясно. Вот. Что мы сейчас делаем? А, грязная жемчужная ожерелье в вашем дипломате. Ключи и сокровища. Сокровища. Исследовать. Очень грязное украшение, вряд ли она представляет какую-то ценность. Ясно. А что мы делаем дальше? Еще яйцо? Что так много яиц дают прям? Сколько у меня уже их? Дофига, сколько у меня уже их. Так. Что-то по поводу карты. А, вот они, синие точки. Это побочное задание. Понял. Так. Опа, вижу еще одно, ребят. Вижу еще одно. 3 из 15. Так. Что там еще по карте, ребят, у нас? А, где-то слева от меня в сарае. Слева от меня в сарае. А, получается, где-то тут. Вижу, вижу. 4 из 15. Что там у нас дальше? А, где-то слева. Так, это получается идти вперед. Ну-ка. Нет, это он там находится. Да, ребят, идем туда вперед. Вперед, вперед идем. Вот здесь получается где-то. А, вижу, вижу один. Так, 5 из 15. Еще где-то должен сзади меня быть, получается, где-то тут. Опа, ни хрена себя не запрятали, нормально. Так, 6 из 15. Где дальше у нас на карте еще должно быть? Опа, дальше где-то там у нас. А тут у нас остается только один. А, получается, давайте сначала идем туда забирать тот. Последний. А, этот, как его, медальку последнюю. Так, вперед идем, ребят. Так, что там по карте? А, нет, я не туда пошел, получается. Нет, это огражено там. Нет, давайте сначала лучше вообще назад пойдем. А, назад будет получше, во-первых, да, ребят. Сейчас, ребят, давайте назад пойдем. Потому что мы там еще ничего не обыскали. Вот. Так, я тут все обыскал, получается. Вот только как туда попасть, я не понимаю, я же вот... Как туда забраться-то можно, чтобы забрать? Я не вижу просто тут. Так. Открыть, открыть. Не, сюда, тут он никак не забирается. А, еще одно яйцо. Еще яйцо. Зачем мне так много яиц дают? Ребят, а, мне нужно, получается, попасть сюда. Дверь закрыта, на ней есть какой-то символ. Ну, символ. Символ. Так. Что мне нужно сделать? На карте, получается, а, у меня только нужно, получается, как-то туда попасть. Есть ключ, закрыто, так, а, выбрать, так, вот, именно нужно туда, и тогда мы пойдем уже вот по такому пути. Нет, туда мы сначала там обыщем. Да, вот. Короче, что мы сейчас делаем? Да, ребят, что мы сейчас делаем? Вот, ребят, короче, я понял, как сюда попасть. Все, я понял. А, так, там что-то светилось, я помню. Вот, я вижу. Шинель в вашем дипломате. Опять шинель. Так, спрыгиваем. Давайте мы еще вроде тут еще ничего не обыскивали. Толкнуть, открыть. А, нет, ребята, мы уже тут были. Мы тут уже были. Так. Получается, что нам нужно сделать? Нам нужно, получается, попасть в эту дверку как-то. В эту дверку. Вот.
Желтая трава, нормально. Так, желтая трава. Обходим здесь. Это идет назад. А это стоп, куда дорога? Это дорога куда-то туда. Давайте то, я там еще не был, получается, там. Почему я туда странно не пошел? А, нет, стоп. Кажется, она закрыта с другой стороны. Она закрыта, получается, с другой стороны. Я туда тоже попасть не могу. Так, что мы дальше делаем? Мы... Нужно попасть туда. Так. Вот, ребят, короче, продолжаем. Я просто сейчас затупил жестко. Так, погнали. Заходим сюда. Мы тут, получается, уже были. Мы тут были. Идем вот сюда вперед. Вперед, вперед, вперед идем. Так, сейчас я заблудился. Получается, нужно идти, куда я шел, ребят. Вот, смотрите, видите, спереди проход. Мне, получается, нужно идти сейчас туда. Хотя, ребят, давайте... Давайте, давайте сделаем так. Я думаю, давайте на этом закончим. Да, ребят, давайте на этом закончим. Давайте, да, запись идет в сохранение, пожалуйста, подождите. Запись завершена. Давайте на этом закончим, потому что все, дальше уже идет другое прохождение у меня по времени. Вот, с вами был, как всегда, Дрей. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать комментарии. Нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои уведомления на ролик. Всем удачи, конечно же, и всем пока.